Сейчас мы передвинем фигурки поближе к пешеходному переходу и сделаем кадр. Один кадр для пластилинового мультфильма готов. Еще вспышка, появился следующий. Вся эта миниатюра – декорация мультфильма «Опасное место». В нем рассказывается о движении по нерегулируемому пешеходному переходу. И сюжет мы выбрали такой, потому что тысячи школьников ходят через дорогу, и там нерегулируемый пешеходный переход, там только знак стоит, и зебра, и то не точно. Светофора нету, и поэтому мы решили так сделать. Плюс детям более... Это мы хотели так детям преподнести, чтобы более в понятной им форме, в виде мультика, а не просто скучного рассказа. Анна Храбкова сделала весь ролик сама. Декорации делали еще до Нового года. Снимали и анимировали весь январь. По итогу получился 30-секундный ролик, который по достоинству оценили в ГИБДД. Всего за полминуты можно понять, что ситуация, которая возникает на дороге в повседневной жизни, может привести к очень серьезным печальным последствиям. Таким образом, школьница призывает своих сверстников обратить внимание на важность соблюдения перехода проезжей части. Анна Храбкова получила благодарственное письмо от госавтоинспекции. Теперь у нее в планах сделать еще несколько серий. Так как в дорожном движении всего 3 участника – пешеход, водитель, пассажир – осталось сделать еще минимум 2 серии про 2 других. Поэтому сейчас Анна продумывает будущие сюжеты новых мультфильмов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».